Эй, братва, для вас конкурс на грудку 5750 FIFA Points и 1 миллиона монет. Для того, чтобы принять участие, нужно поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой комментарий. Всем удачи! Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. Китайский Новый год уже практически закончился, и у меня есть возможность сейчас открыть на 31 жетончик вот эти вот конвертики, для того, чтобы я хотя бы сегодня получил самого основного игрока с рейтингом 85, а это Виктора. Также тренировочный опыт и лунные очки. Ну что, давайте мы начнем с самого первого. Посмотрим, что же будет в самом первом конвертике, а вдруг сейчас бабахнет так резко и сразу же мне выпадет элитный игрок. Давайте, конвертик первый по счету. И монеты, ну, очень уж мало монеток, к сожалению, выпало. Давайте мы начнем с третьего. Через конвертик будем начинать, так будет интереснее открывать. Ну и посмотрим, что же будет выпадать. Снова монеты, и еще не то количество монет, которые мне хотелось бы, конечно. Давайте пятый конверт. Красный конвертик, давай, давай, давай. Лунные очки умножить на 4, неплохо. И монет, здорово. Седьмой конверт. Бухнули монеты у нас. Восьмой открываю. Давай, элиточка, выпадай же мне. Нет, но это не то, чего я хотел. Давайте 16-й откроем. Монеты снова падают. А давайте мы бахнем 13-й по счету. 13 число, я думаю, многим из вас не нравится. Но мне все-таки оно нравится. Я надеюсь, что в 13 числе будет что-то толковое. Да! Побольше уже монеток выпало, чем до этого выпадало. Блин, бесит то, что подлагивает чуть-чуть игра. Не могу понять, с чем это связано, с чем эти лаги связаны. Снова не то количество монет, которые я хотел бы. Давайте откроем 10-й. И нет, нет, нет. 17-й конверт. Скрытый игрок, где же ты находишься? Давай, ну, выпадай мне сегодня, выпадай. Ой-ой-ой-ой-ой, уже получше. 88 тысяч. Давайте тут бахнем. Красный конвертик, открывайся же ты. Куда же EA Sports спрятали этого элитного игрока? Конверт 24. Снова монеты. А ну-ка давайте здесь откроем. 14 конвертик. Я думал, намного быстрее мне будут выпадать эти элитные игроки, но все-таки не получается так, как я хочу. А пока что выпадает 88 тысяч монет. А ну-ка, давайте бубухнем 21. Скажите, пожалуйста, как часто вам выпадают здесь элитные игроки? Блин, ну ни туда, ни сюда, что такое? Давайте 19 откроем. Чувствую, придется открывать все конверты, чтобы мне выпал тот заветный элитный игрок с рейтингом 85. Где же ты, Виктор, спрятался, я не понимаю. Давайте, давайте, давайте. 15 конвертик. Должен словить скрытого игрока, должен. А прикиньте, он тут спрятался в конвертике номер 2. Давай, 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 давай. Монеты и... Тренировочный опыт, 10 тысяч. Кайф. Второй конвертик, кстати, был хорошим. Монетки. Красный конверт. 888... И 8888. Блин, где же этот спрятанный игрок? Я уже устал его, если честно, искать. Что-то такое, EA Sports. Вот тупо открываешь, открываешь эти конвертики и не можешь понять, где же находится тот элитный заветный игрок. 88 тысяч. Только не говорите мне, что в 22 конвертике он был. Давай, Виктор, 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 где же ты? И, наконец-то, он выполнен, ну, наконец-то уже, сколько можно было открывать вот эти вот наборы. Счастливый набор, рейтинг 85, кайфовый игрок, кайф, Манчестер Юнайтед. Дождался я этого события, и наконец-то он мне выпал уже, дождался все-таки. Остается последний конверт, давайте уже конверт номер 9 мы откроем и посмотрим, что в конверте номер 9 сейчас мне выпадет. Если честно, особо огромного лакерства я не вижу в том, что мне выпал сразу элитный игрок, как только я начал открывать вот эти вот конвертики. Нет, такого не было. Так что, друзья, вот эти вот конвертики, на самом деле, это огромнейший подарок от EA Sports, для того, чтобы мы могли каждый день, грубо говоря, открывать их и получать опыт, монеты, а также толковых игроков. И это делается совершенно бесплатно. За это огромный плюс EA Sports. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вам выпадали здесь элитные игроки. И если вам понравился мой выпуск, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь огромнейший лайк, да и написать какой-то приятный комментарий. С вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и до скорых встреч. Всем пока!